Neuron – первый крупногабаритный европейский демонстратор боевого беспилотного летательного аппарата-невидимки, разработанный в Европе. Программа Neuron является частью проекта ARCAV компании Dassault Aviation. Над созданием беспилотника также работают шведская компания Saab, итальянская Alenia Air Macchi, греческая EIB, швейцарская RUAG, французская Thales и испанская IATS CHASA. Беспилотник построен по схеме «летающее крыло», у него отсутствует хвостовая часть и фюзеляж. При создании Neuron разработчики использовали стелс-технологии, которые делают его малозаметным для современных радиолокационных систем. Длина беспилотника составляет 9,5 метров. При этом размах крыла 12,5 метров. Вес 6000 кг. Максимальная скорость Neuron составляет 920 км в час, а полезная нагрузка 500 кг, что позволяет ему переносить во внутреннем отсеке две авиабомбы. Практический потолок 14 тысяч метров. Воздушная война в Украине продемонстрировала угрозу, которую современные зенитные системы представляют сегодня для тех, кто намерен получить превосходство в воздухе, и особенно для тех, кто, как Франция и все вооруженные силы Запада, доверил своим ВВС большую часть собственной огневой мощи. В 2023 году Dassault сделал предложение, основанное на разработке серьезной эволюции Rafale F5, своего рода супер-Rafale, связанной со средним боевым беспилотником типа Loyal Wingman, созданным на основе технологических достижений программы Neuron. Фактически, для поддержки Rafale разработан боевой беспилотный летательный аппарат типа Loyal Wingman на основе Neuron. Концепция основана на новой и очень многообещающей паре, объединяющий переработанный Rafale, получивший название Super Rafale, и малозаметный боевой беспилотник из программы Neuron. Новый боевой самолет действительно позволит расширить эксплуатационные возможности и, прежде всего, эволюционный потенциал Rafale, чтобы он соответствовал требованиям воздушного боя в ближайшие годы и десятилетия, подобно тому, что сделал и продолжает делать успех Rafale на театрах военных действий и на экспортную арену. Боевой беспилотник-невидимка, со своей стороны, предложит новому устройству широко расширенные возможности наблюдения, подавления и обнаружения, в том числе в условиях жесткой конкуренции, тем более что он сможет как Rafale и Super Rafale полагаться на бортовые дроны типа Remote Carrier для расширения его возможностей. В рамках закона о военном программировании на до 2030 года было признано, что теперь необходимо обеспечить Rafale в его будущих версиях совместно с беспилотником на основе Neuron возможностями подавления противодействующей противовоздушной обороны.